Здравствуйте, меня зовут Виктория. Я хочу представить вам проект «Цифровая онлайн-платформа Sigma MDI». Основная идея разрабатываемой цифровой платформы заключается в том, что мы экономим драгоценное время потенциального заказчика, так как мы исключаем момент встречи заказчика непосредственно с исполнителем. То есть для расчета необходимы будут определенные какие-то данные, которые заказчик может просто загрузить через чат-бот на нашем сайте. Непосредственно мы, исполнители, получаем данную информацию и выполняем необходимый расчет, который нужен заказчику, и предоставляем ему в виде отчета. Потенциальными заказчиками, нашими клиентами, могут стать строительные компании, проектные организации, а также частные юридические лица, все те, кто нуждается в данного рода расчетных исследованиях. Как сейчас решает клиент данного рода задачу? Заказчик приобретает специализированное, как правило, зарубежное ПО, либо обучает уже своего штатного сотрудника, либо привлекает дополнительно специалиста, который владеет данным программным обеспечением и выполняет данного рода исследования. Но тут еще возникает сложность с тем, что проводить данного рода вычисления они требуют достаточно больших вычислительных мощностей, соответственно, потребуются еще люди, которые данное оборудование будет администрировать. Что же мы предлагаем? Мы предлагаем заказчику всю эту цепочку исключить, то есть нам нужно только то, что вы хотите получить, то есть какой именно расчет вам нужен, и для этого минимальное количество данных. Наше основное конкурентное преимущество заключается в том, что мы будем использовать собственное программное обеспечение. Тем самым минимизируем риски от внешних обстоятельств. В связи с тем, что инженерные расчеты будут выполняться с помощью собственного программного обеспечения, у нас есть в этом плане преимущество, мы можем снижать себестоимость предоставляемой услуги. Наши основные конкуренты — это Compass Flow и Цифра. Основной недостаток их связан с тем, что они предоставят результат расчета в течение 2 недель и практически месяца. В нашем же случае мы можем сократить данное время практически до недели, до 5 дней. То есть заказчик получит результат намного быстрее, нежели у наших конкурентов. И в силу того, что у нас собственное ПО, мы можем снизить себестоимость за счет минимизации затрат на оптимизацию и покупку дополнительной лицензии. В России около 149 тысяч зарегистрированных проектных организаций. Все в основном они работают в офлайн-режиме. Наша же цифровая платформа позволяет заказчику минимизировать время свое собственное, да, и исключить моменты прямого общения между заказчиком и исполнителем. Модель коммерциализации выглядит следующим образом. На нашей онлайн-платформе потенциальный заказчик в виде проектировщика, либо же это может быть девелоперы, либо органы государственной власти в онлайн-режиме могут получить результаты в виде инженерных расчетов. Для этого они в онлайн-режиме заключают договора, и также происходит в онлайн-режиме и оплата. Текущая стадия проекта — это ТРЛ-2. У нас имеется специализированное программное оборудование, которое неоднократно было верифицировано и апробировано на реальных объектах. То есть была работа уже с потенциальным клиентом. Для перехода на следующий этап нам необходимо как раз разработать непосредственно саму цифровую платформу, ее дизайн, да, ее структуру, разработать чат-бот, через который будет общение с заказчиком, в дальнейшем протестировать данную онлайн-платформу с потенциальным клиентом и получить первую прибыль на конец реализации проекта. Дорожная карта наглядно демонстрирует стратегию развития нашего проекта, то есть мы наглядно видим, сколько времени потребуется для реализации того или иного этапа нашего проекта. Наша команда состоит из специалистов Института инженерной физики и радиоэлектроники Сибирского федерального университета, а также специалистов Института теплофизики СОРАН.